Лига чемпионов. Итак, мы продолжаем играть, дорогие друзья. И как вы видите, у нас новый набор. И нас знакомая певица, дорогие друзья. Тот самый Юрканец с Инстаграмом. Игорь тоже такой неплохой игрок. Так, выписка тра-та-та-та-та. А, ну и ладно. Окей, хорошо. Один раз ошибся, ничего страшного в этом нет. Ну окей, посмотрим. Так, это прилипало, я бы сказал, на брюхе. Верно. На голове, не понимаю. Бесстрашный мститель, черный тюльпан. Хотя ли, может, белая роножка, не знаю. Продолжаем играть. Так, у нас Игорь ошибся, это я запомнил. Верно. Так, сейчас владеющий берегом Ботнического залива. Ботнического? Да, верно. Естественно, Финляндия. Так, при помощи чего дьявола взлоил Тюрьминского. Ну, конечно же. Ты изображен на советском детском журнале «Мурзилка». Щенок, я думаю. Верно. Конечно. А, цветок королевской примула. Цветение предупреждает свистую. Верно. Это вулкан, да. Плюс это левитан, это легко. Это легкотня, вообще ничего сложного там нет. Вот, соавтор, образец автора. Эти писатель, кто это? Ходи, правильно. Катает. Анимнолог. Отлично. Хорошо, но нехорошо для нас. Потому что я, ну, нехорошо для меня, потому что я ошибся на вопрос. Блин. Ну ладно, ничего страшного в этом нет. Верно. Так, ну пожалуйста, ошибись, чтобы шанс был. Ошибись. Отлично, он ошибся, все. Хорошо, хорошо, ребят, хорошо, мы держимся, но мне кажется, меня выгонят, потому что я принес меньше, куда меньше вклад на эту команду. Но он дважды разорвал, он единожды разорвал цепь верных ответов. Да, меня команда поддержала, и что благо, что я сбросил весь 50 монет в банк. Это уже, это хорошо, ребят. Иногда, если не знаешь ответ на вопрос, лучше банковать, потому что хотят на самом деле другая ситуация. Вот. Вынул Квири в 12 веке. На трусость. На трусость, естественно. Какой? Какой отсутствие сапог? Англичане голышом могли кого-то спокойно голенью супостату дать по щам. Это легко. Так, наши французские... Это, что наши французские названия единственные? Камень, отец. Что не входит в число для изобретения Хайрема Стивенса Максима? Правильно. Нет, вот. Это другое немножко. Окей. Так. Совершенно верно. Отлично. Где больше всего витамина С? 100 грамм. Ваш упомник. Блин, вот такой, знаете, заковыристый вопросик. Так, кто у нас ошибся? А вот я не запомнил, кто ошибся, поэтому лидеров прошлого раунда, да ладно, мы уберем. Хотя, может, и Юрканец ошибся. Нет, да ладно, ошиблась. Это было заметно. Да, здесь ошибаться, это то же самое, что и просто-напросто типа, прилетит по шее от начальства. Поехали. То же самое. Так, самая высокая в мире статуя Будди. Синий Будда. Так, на территории какой страны найдены останки ископаемого человека синантропа? Я бы сказал, Уганда. А нет, стоп, синтоизм, это ж Китай. Верно. Да, Китай, верно. Кто предложил записывать обелиск к памяти обелиска, и их имена жить будут вечно? Верно. Я посчитал это слишком простым, поэтому ответил неправильно. Ну блин, ну ребят, ну слишком просто. Верно. Сказать Киплинг. Ну слишком просто. Ну ладно, в принципе, ну ничего страшного. Ну пойдет, ну окей, ну хорошо. Это на самом деле нифига не хорошо, меня сейчас могут выгнать. Так, забанковала. Нет. Отлично. Так, так, лицо начинается 7 декабря. Верно. Ласкала. Эта страна чеканила дублоны. Дублоны Испания. Верно. Естественно. Так, ну мы с Жанной, ошиблись по одному разу пока что. Да, верно. Так. Согласно мифологии, золото, тра-та-та, похищено Зевсом, ставшим виночерпием богов. Правильно. Стоишь линейные волокна. Вам. Верно. Зачем я запанковал, я же знал, а? В этом раунде вы Но как я... Какой стыд, блин, я же не мог продлить, а? Я же ведь... Вот даже...
Да нет, единица плотности колготок. Ну конечно, блин. Ну сейчас меня выгонят. 100 пудов, я так и думал, блин, вот. Они думают, нафига ты запанковал? Ай, какая обида. Юрканец, 99%. Высший разум. Ядрить, мадрить, ничего себе, вот это вот статист. Да это он статист, нифига себе. Так, команда не ошиблась, по итогам раунда ты слабое звено. Да быть такого не может, ну... Ну, подумаешь, ошибся несколько раз, ну... А как вопрос, откуда у меня, с каким фигом у меня 3 неправильных... А, за всю игру? Ну ладно, ладно, но ничего. Но ничего. Хорошо. Но дважды банкануло, в этом раунде я дал... А, ну тогда, тогда это... Ну окей, хорошо. Пусть будет так. Буду тогда меньше ошибаться. Но первый раунд-то не считается. Не увидели моего прогресса в игре. Ну ладно. Опа, какие-то ко мне присоединились два игрока иностранной внешности. Это Делише и Зуфар. Офигеть. Так, автомобиль побед... А, коньяк. Да, точно. Так, что послужило первоначальным толчком к развитию теории вероятностей? Азартные игры. Это легко. Так, кто в каком году видел первый свет экземпляр книги рекордов Гиннесса? 61-й. 61-й? Нет. Отлично. Какой сборник стихов пошел первым? Пёрсты. Нет. Блин. На самом деле, нифига не смешно, что она забанкнула, я наоборот ответил неверно. Блин, главное, чтобы... Этот игрок ошибся сейчас. Неверно. Отлично, Сергей ошибся. В первом круге у нас пока 3 претендента на вылет. Верно. Отлично. Плейстон. Что это такое? Это водные организмы. Нет. Ну какой вид массажа? Ну камра, ну будь ты человеком, ты чё? Какие могут быть плейстоны, как вид, как массаж? Ну ты чё? Верно. Естественно. Черный носорог подвержен солнечному излучению. Да, верно. Через него выходит пот быстрее. У белого носорога пищи заедать не надо, поэтому, ясное дело, он стрессоустойчивый и многоустойчивый. Опа, дважды ошиблись, я заметил. Так, значит, получается, Зуфар, я продолжу. Так, значит, ты ответил правильно, это правильно, это правильно. А Сергей как раз продолжил. Окей, хорошо. Верно. Вот это камера не отстает, офигеть. Так, какого нет? Платье, бутылка. Парикмахер. Банкуй! Успел, спал. Но Сергей ошибся дважды. Это я запомню. Хотя стоять. Нет, я дважды ответил верно. Женщина Делише ответила дважды верно. Камран ответил тоже неправильно. Не, ну Сергей дважды. Камран и Сергей все-таки как-то так себе отвечали. Ну ладно, дам шанс Камрану. Это не оба играли не ахти. Пусть будет так. Окей, назовите имя кукольного мастера, изготовившего Пиноккио. Джузеппе. Нет, Джузеппе. Джузеппе Бератино. Так, те специализируются на проведении судна, сожалению, лоцман, да. Как называется первый сборник стихов Высоцкого? Я бы сказал нерв. Верно. Да. Известно, дурак никогда не затует упыль, потому что... Дракон закон. Верно. Блин, это битка какая. Верно. Ну ладно. Хорошо. Пусть будет так. И пока что, блин, я единственный, кто... Верно. Ага, так. Водная стихия. Это легкая кня. Называется лодка для соревнований грибцов. Страшная. Есть еще и со специями. Да, масала. Верно. Масала или масала, не знаю. В какой стране завели сигвеи? В Канаде. Правильно. Так, почему грузоподъемный кран называют портальным? Совершенно верно. Тележки. Так, сколько лет Даль создавал непроизведённый... 53 года, но это легкотня. Ну только попробуй сказать 18 лет, а только сейчас попробуй. Молодец. Ты на самом деле я нифига не молодец, ребят. Так. Смотрите, какая ситуация. То есть, Алина, несмотря на то, что была сильным звеном этого раунда, я считаю, что
Она ответила мне дважды и один единожды неверно. Ну это для фильма как так себе, конечно. Так, предназначено для укоротить веревочку. Так, имя какого героя носит одна из разновидностей женской стрижки? Гаврош. Гаврош, конечно же. Какой Карлсон, господи ты, боже мой. Цинь. Естественно. Какой разновидности охотничьей собаки относится сеттер? Ну, это легавые, легавые. Какие борзые, ну ты чё? Максимально разрешенная ФТ в балете. 32. Так, ну с Камраном мы пока что нормально играем. А вот Делише и Зуфара прям подводят очень сильно. Да ладно. Ну ёпер на тебя, ну за ты чё? Эталонного метра. Парижский. Владиславского не существует. Так, кто из этих типографских наиболее мелкий? Нам Парель. Так, ученый первым вычислил скорость света. Рёмер. Было бы слишком просто. За что отвечает CES на интернет-сайте? Какой хостинг, господи ты боже мой. Так, корм, кармаки, пруса... Аргонат. Верно. Да. Ну, я все, Дриши, ты прям меня подвела. Я вообще думал, что ты будешь сильно играть, а оказывается ты... Ай-яй-яй. А я бы сказал в рулетку. Ну ладно, пофигу. Блин, ну нифига не пофигу. Ну, 160 очков. Ну... Это вообще нехорошо, это вообще ни разу нехорошо. Так что, играем нормально, играем честно. Ну, естественно, Делиша удалили, но как она могла такая? Игрок номер 3. Она такая всякая, ну, а чё её удалили? Чё, какие-то неправильные. Раунд 4. Они надо было играть хуже всех, это всё. Не забывай отвечать на вопросы. Правильно. Так, здравствуйте, Гистрион. Семиотика, знаки и символы. По моей специальности это стыдно не знать. Числа, слова, человек, единственное животное, способное коснуть. Точно так и приходится. Кавка. Верно. Нет. Правильно. Шадов придуманы в Египте. Это растительный... Верно. Нет. Это механизм. Какому знаменитому индийскому вождю в большой мире? А перо. Верно. А, да что такое? Так, называли изумруд. Смарагд. Смарагд. Мы вместе с Зуфаром отвечаем перно на вопросы, вот. Верно. Так, Джордж Байан, один из лучших спортсменов своего времени, гордился тем, что... Кайл Мандуа. Неверный ответ. Ты ёпроса ты. Древние индийцы говорили, побеждать жадного деньгами, глупого потворством, гордого мольбой, мудрого терпением. Верно. Правдивостью. Ну ладно. Самое большое графство в Англии. Йоркшир. Айлура. Да, кошка. Верно. Банк. Стоп, игра. Мы не положили в банк. Ни копейки. Ты какой ты козёл, а? Время, ну ладно. Прощу тебе. Хотя бы это не 500 монет. Блин, ну за это меня сейчас могут выкинуть. Зараза. Это злой. Игрок номер 4. А хорошо играл, да? Мог бы и выиграть. Прощайте. Перед финальным раундом изгнать, конечно, обидно. Ну это разве это? Ну вы чё? Не отстал ненадолго. Я мог бы сыграть в финальном раунде, это точно. Ну просто растерялся. С кем не бывает. Так, ну-ка еще разок. Не последний раз, а много раз будем играть, пока не победит. А это какая? Лига чемпионов. Выиграть 3 игры. Превознемогая. Команда трудности. Готова к игре. Раунд первый. Погнали. Поехали. Суррогат. Верно. Дубликат это другое. Кого в Древней Греции называли идиотом? Не служившего в армии. Верно. Девак. Кем Турция заключила Константиновский мирный договор? Константинопольский. С Россией. Да, верно. Врач, изучающий науку о боли. Алголог. Правильно. По территории полностью один человек на 45 запрещено вождение собачьих пляж на телесном состоянии. Он сказал Гренландия. Совершенно верно. Отлично. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй, ну хотел лекарства, ну блин, это слишком просто. Верно. Что же я какой нелепый, а? Ну что я какой нелепый, господи ты боже мой, а? Такое неуверенное, а? Ай-яй-яй.
верно. Обидно. Да, верно. Это математика. Ну о чем тут говорить можно? Ну, конечно, математика. Правильно. Господи. Это был неверный ответ. Все. Нет. Крест по жизни. Да меня уже убирайте, ребят. Все, я что-то расслабился конкретно. После той хорошей игры в раунде, блин. Сразу же... Жуковскому, вы что? Какому рылею, господи боже мой, какому рылею? Я себя убираю, ребят. Блин. Ну, нелогично просто-напросто было так вот убраться в бланк. Я за себя голосую, поэтому я ухожу. Спасибо. Да? Да-да-да, все, спасибо. Игрок номер 6. Блин, так обидно, а. Самое слабое звено. Прощайте. Так обидно, блин. Я когда-то знал, ах ты ж, ё. Ничего страшного. Это нормально ошибаться, но ошибаемся уверенно. Так, все, собрались последний раз. Если такая же фигня сложится, все, мы... Команда уходим готова к игре. Из раунд этой первый игры. Да, правильно. Поехали. Так, музыкальный инструмент по типу изучения на стиле духовые. Вот, верно. Что помогает запомнить мнемоническое правило, я знаю. Шопи. Верно. Да, конечно. Воздействие инициатор Витте. Витте никакой не Битте, а Витте. Да, верно. Конечно. 32 это 2 в какой степени? Правильно. Столетний юбилей олимпийского движения отмечали в 96-м. Совершенно верно. В чьи обязанности входит указывать пеночку, куда поднимать... Стоп, игра. Ладно. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. Кого же выкидывать-то, господи, боже мой. Самое слабое звено. И нерка не составим. А с новыми-то соревнуемся. В прошлых раундах, да ладно, играл он не очень хорошо. А вот я, конечно, очень даже показывал неплохой уровень игры. Молодец. Поехали. Так, самый крупный живой организм на Земле. Гриппопенок темный. Верно. Так, ты считаешь это начальником русского фаборизма. Верно. Да. Что означает слово «вестимо»? Само собой разумеется. Верно. Или «вестимо», не знаю. Возле какой реки, блин, я Мур не встретил своего разбойника. Смородинка. Верно. Какой-то этих слов штурм крепости при помощи лестниц. Скалада. Да, верно. В каком заведении традиционной России торговал целовальник? Продавец вина. Правильно. Это кабак, да, все верно. Потом утверждал, что известно ухудшение письменности. Ван. Памяти. Верно. Надо было памяти говорить, но почему я запанковал, а? Ну вот почему я такое, а? Верно. Ой, какой я неуверенный, господи, ты боже мой, а? Лечим. Нет, Горбачев. Верно. Горбачев, да, верно. Айл Йович Гайдай. Верно. Заминок. Мэри Клеменс. Верно. Это я знал. Скопление таких животных называют румбой. Гремучие змеи. Да, верно. Какая из этих компаний не была в честь своих основателей? Правильно. Так. Давай, банкуй. Я сказал. Все. Стоп, игра. Пошел вон в из нашей команды, Алекс. Команда. Пошел вон из нашей команды. Один из вас сейчас должен покинуть команду. Стоит банк. Вот и получи. За это роковой вылет. Тем более ошибся. А я еще хотел Егора, понимаете, выделить. А? Вот тот самый настоящий пожиратель монет. Так, кто у нас лидер Юрканис? Раунд третий. А, ну это в один был сильно, да, ну ладно. Поехали. Куча опасности. Он нападает, а нет. Верно. Бегает, да, бегает. Такой орлик. Верно. На стене. Как по имени Симус меня Волошин назвал Петра Первого? Капиталистом. Неверный ответ. Шуком. Ну, ладно, окей, что входил в заведомость церковного стучащего в Англии 18 века? Верно. Давай.
Кстати, да. Кто из советских спортсменов был девятикратным олимпийским чемпионом? Латынина. Верно. Один из направлений Free Fly. Кайтбординг. Неверный ответ. Кайтайнинг, я хотел это сказать. Ну ладно. Окей, хорошо. Вермут. Мы с Егором ошиблись по одному разу. Это нехорошо. Верно. Это нехорошо. Что из этого порода крупного рогатого скота? Да, верно. Будет совершенствоваться, но вам не грозит. Сальвадор Дали. Правильно. Какой роман прослал Магрит Митчелл? Унесённый ветром. Совершенно верно. Блин, это самое прямо обидно, ребят. Стоп, игра. Да, молодец. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. Блин, вот я скут топить против Егора, ребят. Я вам тут прошу, оставьте меня за просто. Я понимаю, что вы можете оставить Егора брать меня, но за всю игру я допустил ноги, как будто это был Егор. Конечно, спасибо, Егор, спасибо вам. Игрок номер два. Самое слабое да, звено. Вот это напряженный момент, хочу сказать, потому что, во-первых, раунд четвертый. Покажется самым уверенным, если пройдет финал. Это будет прям вот... Верно. Убирология. Бельгинская С. Но это надо знать. В принципе, я могу выйти. Верно. Ладно. Окей. Ладно. Но это надо знать. Верно. Надо знать. Верно. Купиоди означает название немецкого журнала «Шпигель». Зеркало. Да, верно. Как правильно пишется слово? Безвкусный. Правильно. Без Т. Среди какой реки с 1800 года Наполеон подписал Тильзитский мир? Красавец. Молодец. Нет. Опа, молодец. Самый длинный железнодорожный тоннель находится в... Верно. Отлично. Фух. Страна, в которой появилась джинсовая ткань. Джинс. Джинс Франция, да. Название какого из этих элементов этимологически связано с древним поселением на территории Парижа? Галлий. Но они не лютеции. Да, верно. Это лютеции, блин. Были тектоническими, диоритными... Я мог бы не отвечать. Соберите. Зачем я это сделал? Время определить, кто из вас дойдет до финала. Ну все. Провал. Да ладно! Юрка, я мне дал второй шанс. Номер 6. Этого быть самое не может, ребята. Это быть этого прощайте. Не может. Раунд пятый. В один-то всю игру был намного сильнее, нежели я. Офигеть, ну молодец. Да, членство в Лиге Наций. Верно, обязательно. Какая компания первая запатентовала зажигалку? Я бы сказал Cartier. Правильно, самый длинный духовой инструмент. Отлично. Какое растение носит один цветок? Сукум. Это бонбончик, да. В стране прошел самый первый конкурс красоты беде. Правильно. Каким из этих столовых приборов запрещал пользоваться монахом вплоть до 18 века? Это вилка, никаких ножей, да, верно. Почему одна бутылка имеет углубление? Так, распределение давления, правильно. Китай ничего не занималась, компания Nokia. Совершенно отлично, Китай называют черным. Красный! Стоп, правильно. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. А вот это финал. Максимально поехали. Интересно. Тается с жанром фьяббе. Я не знаю, ребята, поэтому тыкаю наугад. Да, верно. Отлично. 4 тире. Три точки УС. Правильно. Ша, да. Так, автомобиль Ford. Ford T стоил. А вот я не знаю. Верно. Плотно сжатые металлические детали самопроизвольно свариваются. Правильно. Так, не было британской, да? Да, верно. Она австралийская. Или ямайская, не знаю. 17 век, бесстрастное отражение действительности. Реализм. А литература, ну ладно. Маурьев. Индия. Это правильный ответ.
человек. Из этих исторических личностей жил в позднее время. Это правильный ответ. Так, Айтис изображена на флаге Уганды. Блин. Это был неверный ответ. Эх, ну ладно. Я все равно поздравлю Юрканица, потому что он молодец, он мне понравился, отличный игрок. Спасибо тебе огромное это за то, что ответ. Ты конкурировал со мной всю игру. Кончен. И несмотря на то, что я проиграл, это не страшно. Смотрите, а почему, кстати говоря, не показывают 100%? Это максимально интересно. О, ну это была жесткая битва, хочу сказать. Поздравляю Юрканица с огромной победой. Молодец. Огромное спасибо тебе за игру.